В Москве уже почти два месяца бывшие работники медучреждений проводят довольно многочисленные пикеты против реорганизации московской системы здравоохранения. Дело в том, что, как пишут столичные издания, реформа столичного здравоохранения, которая проводится с 2011 года, вызвала широкий общественный резонанс. Особое внимание врачей и общественных деятелей привлекли сообщения о возможных массовых увольнениях медицинских работников, а также ликвидации ряда больниц и роддомов. Впрочем, в рязанских медучреждениях среди работников и пациентов никакой паники нет. Да и региональные власти сообщают, что никакой реорганизации по московскому типу в нашей области не предполагается. Еще раз хотим сказать, и Олег Иванович Ковалев, губернатор, объявил и сказал, что никаких сокращений и таких вот реорганизаций, которые способствуют сокращению, нет, не будет. Мы сегодня очень нормально, плавно работаем над качеством услуг здравоохранения. Для нас вот это очень важная составляющая. Это повышение квалификации наших врачей, среднего медицинского персонала. За последние несколько лет в рязанские больницы поступила новая современная техника. Потому и врачебная помощь стала более высокотехнологичной. Ведь основная цель – это повышение качества услуг.